К началу нашего эфира уже стало известно, кто они, обладатели престижной премии «Бизнес-успех». С нами на связи Дмитрий Ковалев. За премию «Бизнес-успех» боролись сотни предпринимателей со всех регионов УФО. Отдельную номинацию предусмотрели для муниципалитетов, которые внедряют лучшие механизмы поддержки бизнесменов и улучшают инвестиционный климат. Финалистам вручили ценные подарки, денежные сертификаты и статуэтки «Золотой домкрат». Призеров определяли ведущие банкиры и представители общественных организаций. Номинации больше 10. Награды вручают лучшим экспортным, сельскохозяйственным, интернет-проектам. И сразу 5 предпринимателей из Чувашии одержали победу. Среди муниципалитетов за премию «Бизнес-успех» боролся и Новочебоксарск. В этом году эксперты впервые определяли лучшую систему закупок. Город «Спутник» занял первое место и теперь получит 1 миллион рублей на развитие городской среды. Премию «Бизнес-успех» вручают 7-й год подряд. Чебоксарск впервые прошел окружной этап. Количество участников увеличивается каждый год. Практики обладателей премии – достойный пример другим. Лучшие проекты организаторы намерены тиражировать по всей стране. Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин, Республика.